Почти 1,5 миллиона рублей выделены на посадку и уход за цветниками и газонами на круговом движении Орск-Оренбург-Новотроицк. Подрядчик до 25 сентября обязан будет ухаживать за растениями, а именно полоть растения с рыхлением, поливать и подбирать и вывозить мусор с территории. Если же цветы погибнут или их испортят, подрядчик обязан досаживать растения за счет собственных средств. А вот к началу октября цветники и газоны на круговом движении Орск-Оренбург-Новотроицк должны убрать.